Всем привет! Вы на канале Я Бородач, и меня зовут Владислав. Мы находимся в барбершопе Бородач в городе Королёв, и сегодня я расскажу вам про бальзам для бороды от компании Bad Beard. Сразу хочу сказать, эта компания только начинает свой путь в выпуске косметических средств, и этот бальзам ее первый продукт. Но уже с уверенностью можно сказать, что эти ребята точно знают, что делают. Вы только взгляните на эту бутылочку. Сказать, что она стильная, значит ничего не сказать. Отличный удобный объем, а деревянная крышка придает ей нужную брутальность. Здесь нет привычной пипетки, как во многих средствах для бороды. Тут удобный дозатор, который позволяет вам взять столько бальзама, сколько необходимо. Запах просто бомбический. Я считаю, что это смело можно считать одним из достоинств этого средства. Этот бальзам для бороды – отличная замена привычному маслу. Главное преимущество этого бальзама в том, что он на водной основе, а это значит, что он не жирный и очень быстро впитывается. Поэтому он подойдет тем, кто недолюбливает масла из-за их жирной консистенции и боится испачкать масляными пятнами одежды. Как заявлено на упаковке, бальзам питает и стимулирует рост бороды. Приятно? Конечно, ведь это именно то, что мы ждем от таких средств. А еще он не оставляет вашу бороду жирной и мокрой и делает ее мягкой и приятной на ощупь, а также обеспечивает опрятный вид и совсем незаметную легкую фиксацию. Я рекомендую наносить этот бальзам на чистую и расчесанную бороду. Просто вымойте ее с шампунем, а потом расчешите расческой по росту волос. Так вы зададите волосам правильное направление роста, и бальзам равномерно ляжет на всю длину бороды. Помимо ухода за волосами, этот бальзам также благоприятно влияет на кожу лица. В составе есть гидрогенизированное касторовое масло и комплекс витаминов группы В, которые питают и увлажняют кожу. Используйте его регулярно, и вы забудете про сухость и неприятные ощущения. Стоит сказать, что такие бальзамы помогают смягчить жесткие торчащие волосы, увлажняют кожу, способствуют росту бороды, убирают перхоть и придают волосам здоровый блеск. А теперь давайте я покажу, как им пользоваться. Берем небольшое количество бальзама. Буквально с монетку. Даже еще чуть-чуть можно. Растираем и наносим массирующими движениями на бороду. И, конечно же, не забываем про усы. После чего хорошо можно причесать бороду расческой, ну, например, вот такой, с мелкими зубьями. Вот и все. Бальзам действительно быстро впитывается. Я уже чувствую, что на руках его практически нет, да и, в принципе, борода уже подсохла буквально за 15 секунд. Удобно. Как вы видите, после использования визуально ничего не изменилось. Но по ощущениям, борода уже стала мягче и послушнее. А запах, ну просто красота. Я готов пользоваться этим бальзамом только из-за его запаха. Очень рекомендую. Ну а если вы никогда не пользовались средствами для ухода за бородой или еще не нашли свой идеальный продукт, ждем вас в сети барбершопов Бородач. Мы с радостью поможем вам подобрать идеальное средство для бороды, подходящее именно вам. Ждем вас. А на этом у меня все. Вы были на канале Я Бородач. С вами был Владислав. Подписывайтесь, задавайте свои вопросы, я с радостью на них отвечу.